На Эсехе Туймаада якутяне планируют побить рекорд Гиннесса, собрав как можно больше людей в национальных костюмах. Подготовка к масштабному мероприятию уже началась. Накануне, несмотря на холодную погоду, состоялось дефиле. На площади Ленина в рамках Дня песни в республике желающие продемонстрировали свои костюмы. Также подана заявка на официальную регистрацию в книге Гиннесса. Напомню, в местности Усть-Хатын уже был установлен рекорд. Самый большой осохой в мире и самый большой ритуал кумысопития. В этом году ожидается, что участие примут около 15 тысяч человек. У нас это 4-й рекорд. Это говорит о том, что наш народ начинает заявлять о себе миру. Что пусть она далека, пусть она северная, пусть она... Многие люди в мире не знают, там, например, в Африке, в Америке, не знают, где Якутия. И потихоньку они уже начинают узнавать. Сейчас время пришло, мне кажется, заявлять миру, что в конце концов есть и якутская традиционная одежда, которая уникальна, которая колоритна, которая аутентична, которой во всем мире аналога нету.